С этого года на премии конкурсов «Алтын-Сапа» и «Лучший товар Казахстана» смогут претендовать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы они имели опыт работы на рынке не менее 3 лет, а также не выпускали военную технику и вооружение. Эксперты Нацпалаты предпринимателей провели семинар для бизнесменов Талдыкургана и детально разъяснили порядок проведения конкурсов. Также участники встречи смогли проконсультироваться по оценке деятельности своих предприятий и узнали много нового о модели Европейского фонда менеджмента качества.